Моей срезанной и укорененной рассаде помидоров исполнилось 3 дня. За это время ростки, которые немножечко сначала подвяли, сейчас полностью расправились и выглядят достаточно хорошо. Конечно, видно, что недостаток влаги помидорки испытывают. Вот, видно, особенно у некоторых сортов, что листочки немножечко как бы закрутились вверх. Это того, что им влаги не хватает, потому что корней-то нет. Еще пока только-только начинают образовываться. Ну а в остальном вся укорененная рассада выглядит нормально. И что меня особенно радует, что все 8 сортов более или менее одинаково хорошо перенесли вот эту довольно сложную операцию. Некоторые сорта, конечно, выглядят получше. Глядя на них, даже и не скажешь, что у них нет корешков, что они просто срезаны и воткнуты в землю. Но некоторым это далось, видимо, все-таки с большими сложностями. Хотя эти сорта, это Кенигсберг, золотой и красный, они и в природе-то у них листики такие, слегка как бы подвядшие всегда, поэтому они и сейчас смотрятся такими же. Так что я надеюсь, самый опасный период для этой рассады, укоренения, закончен. И поскольку они выглядят достаточно нормально, я уже начал их понемногу выставлять поближе к свету. Когда нет солнышка, конечно, солнце им сейчас, конечно, абсолютно ни к чему. Но когда вот пасмурный день сегодня, и я уже на подоконник их уже выставил. И они не вянут уже. Конечно, на лоджию я их тоже пока что еще не выношу. Они стоят в квартире, потому что им нужен сейчас щадящий режим. Им сейчас никакая закалка, никакие стрессы им не нужны. Им дам еще время для полного восстановления и наращивания корешков. Обычно это происходит через недельку. Прошлый год это у меня именно было так. Через неделю уже корешки даже стало видно, что появляются. В каждом стаканчике помидоров на срезку у меня было по 3 штуки. Все я их срезал и укоренил, но оставил в стаканчике все-таки по 1 растению. Причем сделал это следующим образом, что оставил по 1 настоящему листику в основном. Остальное тоже было срезано и укоренено. И вот прошло 3 дня. За этой рассадой я тоже ухаживал, полил, порыхлил. И вот на 3-й день уже видно, что появились уже пасынки. У некоторых сортов поактивнее, у некоторых менее активно, но все-таки вот тоже уже видно зачатки. И у этого тоже. То есть видно, что пасынки начали образовываться. Я надеюсь, что оставшиеся вот ростки, у которых по 1 настоящему листику, они тоже вырастут в нормальную, здоровую рассаду. Посмотрим, какие они будут к моменту высадки. Пока выглядят они достаточно неплохо. Так что со срезанной и укорененной рассадой дела обстоят вполне нормально.